история началась закручиваться с Дмитрием Васильевым. Он уехал в магазин и купил тест для на беременность. А, да, два. Целых два. Яна Захарова сказала, блин, попалились. В итоге, мы вчера на лобном месте, естественно, Янку поздравляем. Ну как же так? Возможно, она скоро станет мамой, да? Такое счастье великое. Сегодня появится новая информация, что якобы Захарова не хотела палить одну из участниц нашего телепроекта. Ну, смотрите, я попросил мне говорить, я и не говорю. Человек, дайте человека называть по имени, да? Хорошо. Елена попросила. Что сложность в чем? Ну, ты купила тест, все, ну, выясняешь это. Ну, и все, я отдала же потом тест. Еще раз, Ирина говорит тест мне. Угу. Зачем дальше продолжать? Я не знаю, было не, ну, сказала бы, да, все. Ну, Ирина сама уже сказала, ну, да, это ей тест, в чем проблема? Так я ей сказала, да, я кому-то говорила, что... Нет, ты все ложное место говорила. Я не беременна. Зачем тест и не скажу? Если на секс и не скажу. Дим, ты вообще в курсе, что ты для кого-то покупал тест на беременность? Нет, я вообще могу объяснить просто эту ситуацию. Леха мне вчера в Безус написал сообщение. Димон, шепотом вчера. Димон, купи два теста на беременность. Я, окей, заехал по пути. То есть мы Безусу купили, он может быть беременный? Ну, не знаю, почему-то он мне написал. У вас с Ириной есть какая-то общая история, если ты для Елены покупаешь тест для беременности. Но не ты ли автор? На самом деле цепочка началась действительно, как я понял, вчера на лобном с Элиной. Ко мне подошла Яна, чтобы я попросил Диму. Это была подстава. Подожди, нет, Леша, странная история. Ты Яна, знаешь, что... Яна просит Лешу попросить Диму. Яна живет с Димой, ей быстрее. У меня не было телефона. Не было, у меня было. Она пришла в гости и говорит, какая это мутная история, ребята. Вы что-то меня все время... Леш, ты спал? Подожди, Леш, ты спал с Элиной? Нет. Как-то странно ты кокетливо отвечаешь. А почему шепотом? Купи. А почему шепотом, правда? Ну, это такая деликатная тема. Мало ли кого-то может задеть. Я же не как Эдуард. Подожди, Леш. Ну, ты же понимаешь, что для твоей беременной женщины будет странно, если скроется история, когда ты левой парень покупаешь тест на беременность. Зачем ты подставляешься? Ты попросил бы кого-нибудь другого. Нет, она не левая. Янка, она как друг семьи. Янка-то может быть и да, а с Ириной, я так понимаю, вас ничего не связано. Нет, я вчера удивился, когда она подняла руку и сказала, это для меня вообще было. Ого, развязочка, улик много, а результата нет. И вот результат сам поднял руку. Леш, я просто боюсь, что как бы Ирина это вместо Артура потом бы в итоге на одном месте не сидела. Не, да что ты, у меня есть Таня Ильич. Хорошо, Ирина, тогда объясни мне, пожалуйста, ты. Если тут все у кого-то попросили, у нас тут целая репка за детка за бабку, кто кого в итоге попросил? Я попросила Яну, мы сидели на кухне. А Яна попросила Лешу, напиши Диме. Если он в городе, напиши Диме, потому что, блин, у меня походу сыграл. Леша здесь при чем? А у Яны не было телефона рядом. Я спросила, Леша, у тебя телефон с тобой? А Яна же у нас не ходячая, я забываю все время. Ну мы сидели на первом этаже как-то. А там на второй же подниматься, почему? И у Леши, я спрашиваю, Леша, у тебя есть с тобой телефон? Он говорит, да. Я говорю, напиши Диме, пожалуйста. Все. Хорошо, тест на IQ. Ты позавчера выезжала за периметр. А что сама не купила? Вот тут ты тест на IQ я провалила. Нет, Ирина, просто у меня стало впечатление, что ты дрыхло еще одно. Нет. Ну как-то, смотрите, нет, стоп. Ну я купила себе тортик, но не купила тест, да, тупанула. Я поэтому, вот правда, серьезно, я, может, правда, моя дочь заключается в том, что я вас думаю лучше, чем вы есть на самом деле, да? Но мне кажется, если женщина подозревает хотя бы на 5 секундочек, что она может быть беременна, то когда она едет в магазин, она в последнюю очередь думает про тортик, в первую очередь думает про тест. Я отвечу, Влад, я была на 100% уверена, что я не беременна, ну потому что мама меня задолбала своими смс-ками, у тебя задержка, купи тест, сделай. Меня вот это заколебало, я только потому, что меня мама задолбала, попросила купить мне тест. Ой, так я была на 100% уверена, что ничего мне там нет. Хорошо, тогда объясни мне, пожалуйста, с нами на практике сколько? Полтора месяца. А когда ты умудрилась? С Назаром. Так, ты же брала было тест дело было. Беременность 2 недели назад или 3? То есть 3 недели назад ты уже брала тест на беременность. Я так понимаю, это была история с Назаром. Где ты шаришься? Нигде. У меня просто... Ты 3 недели назад у Эдика брала тест? Не у Эдика, у меня. Ну так если у меня не начинается. И так и сейчас не начинается. Уже месяц не идут. Конечно, буду делать тест и проверять, что это фигня. Секс был не только с Назаром, голубушка. Ирина. Здесь периметры, значит. Тишина. Ирина. У меня все периметры ни с кем не спала. Ни с кем на пизет. Здесь явно на Новый год кому-то...
на Илину. Илина тебя прикрывает.